Российская сборная впервые стала лидером медального зачета на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. Наши спортсмены завоевали 29 медалей – 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. Сразу три награды взяла 17-летняя биатлонистка Алена Мохова. Сегодня с победой ее поздравил губернатор Александр Ус. Ведь девушка принесла первое золото в копилку сборной. Сейчас Алена совмещает учебу в школе и тренировки. Она уже мастер спорта и является инструктором Академии биатлона. Александр Ус назвал девушку героем юношеских Олимпийских игр. Я думаю, к вам иначе относиться и невозможно, учитывая то, что вы действительно вот ворвались прямо туда в полном смысле слова, так триумфально. Ну и человек очень, мне кажется, добрый и обаятельный. Поэтому пусть у вас все будет хорошо. Мы к этому долго шли, долго работали. И, наверное, перед выездом наставление тренеров, ну, как бы просто расслабиться и получать удовольствие от этого всего, мне очень помогли.